Насчет проблем вчера Виталий Леонидович уже сказал, поэтому повторять не будем, что проблем у нас нет. Проблем, да, проблем действительно нет. И все, что мы в рамках визита ФИФА смотрели здесь, смотрели по стадиону, это рабочие вопросы, которые ну, требуют определенной адаптации под требования ФИФА в части усиления вопросов, например, по IT-составляющей, по вопросам организации телевизионных трансляций, потому что это вопрос номер один, по вопросам обеспечения пребывания партнеров ФИФА, гостей, которых они будут приглашать. Все это можно отнести к вопросам операционного назначения, которые мы будем, соответственно, готовить в рамках подготовки к матчам Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу. Что касается поляны на Казань-арене, у нас соответствующие мероприятия предусмотрены программой, которая утверждена 518-м постановлением правительства Российской Федерации. Речь там идет и о подготовке, значит, футбольного поля Казань-арены. Мы сейчас находимся в стадии разработки как бы, проектной документации. По рекомендациям ФИФА трава должна быть не рулонной, а засевной. Поэтому мы сейчас отрабатываем вот этот вопрос с учетом погодных условий, сроков ее взращивания, с учетом сезона, который есть для рубина и так далее. Я думаю, что мы в ближайшие где-то, наверное, месяц-полтора окончательные согласования пройдем, и дальше уже будем приступать к подготовке поляны на Казань-арене. Равно как и начнем готовить те наши тренировочные площадки и базы, которые утверждены ФИФА, согласованы, и в этом году на них тоже начнутся уже подготовительные работы и подготовка футбольного поля непосредственно для приема проведения матча Кубка Конфедерации Чемпионата мира по футболу.